А на общане шутят, что новогодние каникулы будут отмечать январмайские праздники. На курорте из-за высокой температуры воздуха весенние первоцветы перепутали время года и распустились в конце декабря. Жители курорта делятся в социальных сетях фотографиями зимнего чуда, а также цветущими деревьями и кустарниками. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции на улице Кольцевая, 15. В Анапе по инициативе администрации курорта открылась оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции, которая является альтернативой рынка «Восточный». Возвели ее в районе хутора Чембурка по адресу улица Кольцевая, 15. Покупателей базы приятно порадуют ее низкие цены. Традиционно свою продукцию в первичном ассортименте – овощи, фрукты, специи, грибы и не только – жителям и гостям курорта здесь предлагают более чем 100 фермеров со всей Кубани. На этой торговой площадке представлен богатый выбор свежих, вкусных и полезных товаров, от орехов до рыбных деликатесов, а также хозяйственные товары оптом и в розницу.